Бака сказал рыжулю за деньги. И нам нравится рыженький. Все ясно, все ясно. Майним, мы с вами. Всем привет. И сегодня у нас реакция на видео с канала CyberCat Studio. И это какой-то там мультик будет. Pixay Off на русском. Я не знаю, Pixay или PXA. Как читается точно название, я не шарю. Напишите в комментариях, кто понимает. Погнали смотреть. Опа, привет, я тут подъехал к вам, чтобы сказать, что у меня вышла игра в Стиме, ребята. Если вы хотели как-то меня поддержать или попробовать мою игру, просто может она вам даже понравится, был поэтому очень рад. Вы можете перейти по ссылке в описании и ее купить. На самом деле это будет сейчас лучшая поддержка меня. Для меня это очень важно, правда. Это прям новая ветка моей жизни, поэтому если вы правда хотите меня поддержать, приходите в Steam, покупайте игру, играйте ее, оставляйте отзывы. Вот. А так продолжаем смотреть видос. Решили так для себя новые мультики открывать. Вдруг что-то интересное будет. Ну а CyberCat Studio, спасибо за то, что он озвучивает всякие разные интересные мультипликации. Здрасте, мистер Бака. Я здесь, как вы и просили. Хотя уже немного поздно. Я вам не помешала? Мисс Лив, рад вас видеть. Взаимно, мистер Бака. Подожди, тут полноценный дубляж прям. А учитывая, что вы сказали, что полностью погасите кредит сегодня, меня аж прям прет от счастья. Завалитесь. Вы сегодня очень хорошо выглядите, мисс Лив. Великолепный наряд для такой великолепной женщины. Они будут очень довольны. О, спасибо. Я пробую новые образы и при этом не пропустила еще ни одной из моих ежедневных тренировок. Стоп, они? Да, нам надо встретиться кое с кем. Вы когда-нибудь слышали о Чим-Чамс? О, вы имеете в виду... Стилистика прикольная, стилистика интересная, но пока тут не понятно. Тут банду шимпанзе? Конечно, я слышала о них. Но учитывая всю преступность в городе, трудно уследить за тем, что там у каждого на уме. У нас есть немного времени, пожалуйста. Знаете, что мне напоминает? Персону. Я понял, чем мне напоминает немножко стилистика. Не знаю почему, вот в персоне будто бы вот подобные есть такие похожие элементы. Вот что-то есть, не знаю. Расскажу вам о них. Чим-Чамс. Они ничего не чураются. Например, непредумышленных убийств. Знаете ли, обезьяны — огромные мизантропы. Еще похищений и торговли людьми. Что? И с ними легко договориться, если дело доходит до сделок. Поэтому я и заключил одну такую. Мистер Бака, почему вы связываетесь с преступными группировками? Что ж... Сейчас трудные времена. Да-да, еще где деньги? Они пока не у меня. Я же говорил, сначала встреча, потом деньги. О, так мы, получается, идем за ними? Можно и так сказать. Ага. Я не понаслышке знаю, что связываться с преступниками нехорошо, мистер Бака. Но пока вы погашаете кредит, не имеет значения, откуда вы берете деньги. К слову... Коллектор. Куда мы идем? В лес. Вот. На старое бейсбольное поле. А? Не могли бы вы сдвинуться немного вправо? А вот сюда? О, смотрите, вот и денежки! Ох ты, вот эта толпа! Я и не знала, что они играют в бейсбол. Я думала, что вся эта униформа была так, но, знаете, для красоты, типа. Ну, на самом деле нет. Они всегда здесь играют в бейсбол. В одно и то же время, в одном и том же месте, каждую ночь. И я скажу по секрету, их страсть порой неконтролируема. А, я поняла. Мы делаем ставку на игру? Не волнуйся. Мне кажется, ее подставили. Ну, это из-под зрения. Если мы проиграем, мистер Бака заплатит. А иначе прибью. А вот и первая подача. Вау, вы это видели? Я профи! Она думает, мы играем! Интересный Павел бейсбола. Эй, мисс Лив, вернитесь! Давайте не будем все усложнять! Мне кажется, я начала подозревать, что тут не так. Такие формы? Спасибо, конечно, но мне сейчас не до комплиментов. О,
Нормально подача, нормально. Черт, черт, черт! Как мне выбраться из этого? Мне слишком мало за это платят. Давайте, ребята, не отстать. Мистер Бака сказал, что вы открыты для сделок. Почему бы нам не заключить свою сделку? Дедушки, Бака сказал рыжулю за деньги. И нам нравится рыженький. Рыженький. Все ясно, все ясно. Ну тогда потанцуем. Как же я влипла. Ой. Блин, ну денёк у него, конечно, не задался, не задался, блин. Да как меня так угораздило-то? Ну, смотрите, как мне нравится. Вообще, конечно, серия очень сумбурная, прям будто бы, знаете, вот, вот просто что-то происходит. Вот просто что-то происходит, и все. Как может для знакомства частично персонажем норм, но как... полноценная серия с раскрытием персонажа, конечно, это вообще не работает. Но анимация, конечно, хороша, хороша. И стилистика. Не смотри под юбку, урод! Быстрее, быстрее, быстрее! Нельзя заниматься спортом, реально. Привет, мисс Лив. Как там ваше ничего? Ты, сукин ты сын! Я могла умереть, мудак! Но ты этого не сделал. Так что заткнись к черту. Сейчас скажи своему боссу, чтобы он удалил меня из кредитного бюро и перестал присылать мне в дверь подделки лица со шрамом. Понятно? Надеюсь, мы больше никогда не увидимся. Ой, милашка, не веди себя так. Я скажу тебе вот что. Почему бы нам не отпраздновать суши? Нет, спасибо. Я избегаю рыбы некоторое время. Почему? Там тут был подтекст с рыбой. Ну, короче, визуально мне нравится. Визуально прям очень круто, блин. Ну, сценарийно, ну просто, ну, просто происходит какой-то экшон. Что-то вот странное. Ну, окей, не... Прикольно. Если бы в подобном стилистике сделали бы полноценную какую-то серию интересную, то я бы запалил, потому что визуально мне, я такой стиль, я не очень-то кайфую. Вот что-то в нем есть. Пишите свое мнение, что вы думаете по этому поводу. Я свое мнение, в принципе, сказал, но короткая, в принципе, серия. Всех люблю, всех целую. Пока.